простите меня, я знаю, вы очень много сделали для меня, но я ухожу. Ничего, мама. Я знаю, что делать. Боже мой. Михаил Иванович, историю писать придется не вам. Лучше возвращайтесь в свою лавочку. Вера, спускайся немедленно. Что за ребячество? Вы не можете мне вернуть отца, мать, сестру, мой дом, мою Россию. Простите меня, Михаил Иванович. Я так измучилась, я все время смотрю на вас и думаю, это он во всем виноват. В чем? Не знаю, ты смысл моей жизни. Единственное, что у меня осталось, я люблю тебя. А я вас ненавижу. Не искреды? Дорвались? Посаких мене на карта тей сиве. Кам то што се вестувес? Кам? Кај то подаристе када ж буќе улеми? Аш не милю тавес. Для вас счастье измеряется в деньгах? Варум фон Ливен, я суетна, как и всякая женщина. Я люблю наряды, безделушки, и поэтому никогда не выберу в мужья человека недостаточно богатого, чтобы исполнять все мои прихоти. Господа,